Представляем вам городской пассажирский транспорт технологии Skyway. Мы, команда Skyway, исправляем сложившуюся ситуацию и предлагаем решения, позволяющие вывести грузопассажирские перевозки на качественно иной уровень. Анатолий Эдуардович Юницкий. Skyway – транспортная система эстакадного типа. Расположение над поверхностью Земли обеспечивает несколько глобальных преимуществ. Скорость движения, безопасность, экологичность. Для города Skyway предлагает комплексные решения. В парках и местах отдыха – легкая трасса. Для сообщения с городами-спутниками – пригородная трасса. Городская трасса для внутригородских перевозок. Элементы комплекса Skyway. Составляющие комплекса имеют различные варианты исполнения и подбираются под конкретный рельеф местности и планируемую производительность, такую как объем перевозок в год, в сутки, в период максимальных нагрузок. Элементами комплекса являются транспортная эстакада, подвижной состав, инфраструктура и автоматическая система управления. Существует возможность комбинирования различных типов трасс и использования различных моделей подвижного состава. Струнные рельсы и опоры, анкерные и промежуточные, образуют жесткую конструкцию транспортной эстакады Skyway. Относительная жесткость конструкции 1 к 500, 1 к 2000. Радиус кривизны путевой структуры 500-5000 метров. Подвижной состав. Юнибус U4-210. Снаряженная масса 2450 кг. Полная масса 3500 кг. Длина 5,1 метра. Ширина 1,34 метра. Высота 3,2 метра. Количество пассажиров 14. Мест для сидения 2. Конструктивная скорость 150 км в час. Шум не более 75 дБ. Пробег в автономном режиме 200 км. Юнибайк U4-621. Снаряженная масса 820 кг. Полная масса 970 кг. Длина 4,23 метра. Ширина 0,8 метра. Высота 2,09 метра. Количество пассажиров 2. Мест для сидения 2. Конструктивная скорость 150 км в час. Шум не более 75 дБ. Пробег в автономном режиме 100 км. Юникар U4-430. Снаряженная масса 2050 кг. Полная масса 2500 кг. Длина 4,7 метра. Ширина 1,65 метра. Высота 2,35 метра. Количество пассажиров 6. Мест для сидения 6. Конструктивная скорость 150 км в час. Шум не более 75 дБ. Пробег в автономном режиме 250 км. Юникар U4-430-T3. Снаряженная масса 4750 кг. Полная масса 6100 кг. Длина 10,6 метра. Ширина 1,65 метра. Высота 2,35 метра. Количество пассажиров 18. Мест для сидения 18. Конструктивная скорость 150 км в час. Шум не более 75 дБ. Пробег в автономном режиме 300 км. Инфраструктура. Уникальная инфраструктура дает возможность размещения центров торговли и услуг на станциях, а также возможность размещения оптоволоконных линий связи и кабельных линий электропередач непосредственно на трассе. Автоматические системы управления транспортным комплексом Skyway. Система энергообеспечения. Система ГЛОНАСС. Система позиционирования. 3G, Wi-Fi. Система обеспечения безопасности. BIOS. Система передачи данных. Система оптико-электронного и радиоэлектронного обзора. Система управления функциональным оборудованием. Система обеспечения движения. Компьютерное зрение. Радар. Видеонаблюдение. Интерфейс взаимодействия с пользователем. Пропускная способность. Юнибус U4-210. Способен перемещать 14 пассажиров в секунду, 840 пассажиров в минуту, 50 400 пассажиров в час, 1 миллион пассажиров в сутки, 31 миллион пассажиров в месяц, 365 миллионов пассажиров в год. Юнибайк U4-621 способен перемещать 2 пассажира в секунду, 120 пассажиров в минуту, 7 200 пассажиров в час, 150 000 пассажиров в сутки, 5 миллионов пассажиров в месяц,
60 миллионов пассажиров в год. Юникар U4-430 способен перемещать 6 пассажиров в секунду, 360 пассажиров в минуту, 21 600 пассажиров в час, 500 000 пассажиров в сутки, 15 миллионов пассажиров в месяц, 180 миллионов пассажиров в год. Юникар U4-430-T3 – 18 пассажиров в секунду, 1080 пассажиров в минуту, 64 800 пассажиров в час, 1,5 миллиона пассажиров в сутки, 45 миллионов пассажиров в месяц, 540 миллионов пассажиров в год. Низкие капитальные затраты. Капитальные затраты представлены в таблице и показывают стоимость дорог на 1 километр в миллионах долларов. Маглев, подземное метро, легкое метро, монорельс, автотранспорт, трамвай, канатная дорога, железнодорожный транспорт, скайвей. Низкие капитальные затраты обеспечивают композитный струнный рельс, высокопрочный и долговечный. Рельсо-струнная эстакада специальной конструкции, которая в десятки раз легче и дешевле традиционных решений. Отсутствие необходимости строить сплошное дорожное полотно. Низкие операционные затраты. Сравним структуру затрат пассажирского транспорта и транспорта Skyway. Заработная плата оппонента 30-45%, Skyway 5-15%. Затраты на топливо, соответственно, 30-50% и 5-15%. Амортизация от 10 до 20%, тогда как в Skyway наполовину меньше, от 5 до 10%. Прочие затраты. 10-15% пассажирский транспорт и 5-10% Skyway. Мы видим экономию операционных затрат от 2 до 5 раз по сравнению с транспортными системами. Это обусловлено. Первое. Экономии заработной платы за счет автоматизированных систем управления. Второе. Экономии за счет снижения расхода электроэнергии. Третье. Меньшие затраты на обслуживание и ремонт. Экологичность. Минимальный землеотвод для строительства дорог. Сокращение выбросов. Экономия ресурсов. Сохранение природы. Преимущества для города. Улучшение качества жизни населения. Сокращение вредных выбросов в атмосферу. Устранение аварийности на городском транспорте. Рост туристического потока. Создание рабочих мест. Рост экономического потенциала и инвестиционной привлекательности. Thank you.